Салам Тавану Мерзем! Привет, мои друзья! Салам Тавану Мерзем! Интересно, по-чувашски я назвала вас Тавану Мерзем, то есть мои родственники. Да-да, именно так в чувашском языке часто обращаются к близким людям. Хотя по-русски мы сказали бы «мои друзья». Я надеюсь, что я не ошиблась, назвав вас друзьями, поскольку это уже не первая наша встреча в рамках проекта «Разговорник чувашского языка». Терезех эве Антонина Ятла. Все верно, меня зовут Антонина. Ну, менех, пусть латвар. Начнем, пусть латвар. Сегодня я предлагаю поговорить на тему «Лето». Лето, как правило, любят все. Лето по-чувашски будет «щула». «Щула» в зависимости от контекста можно перевести как «летом». Например, «щула пиделаех» – «летом очень хорошо». «Щула пиделаех». «Щула ожа» – «летом тепло». «Щула ожа». «Щула лаех канма булать» – «летом можно хорошо отдохнуть». «Щула лаех канма булать». «Щула хивельшинчехердене булать» – «летом можно загорать на солнце». «Щула хивельшинчехердене булать». «Щула варманда щирла буштарма булать» – «летом в лесу можно собирать ягоды». «Щула варманда щирла буштарма булать». Наверное, вы обратили внимание, что почти все предложения мы заканчиваем слово «пулать» и переводим мы его как «можно». Теперь вы с легкостью можете добавить сюда словосочетание предыдущей нашей встречи. «Телевизор бахма булать» – можно смотреть телевизор. «Телевизор бахма булать» – «тусым бедель бахма булать» – можно встречаться с друзьями. «Тусым бедель бахма булать» – «спортзала жюремия булать» – можно сходить в спортзал, «спортзала жюремия булать» и так далее. Алена, из Щулана Менлеер термишут ладан. Как ты собираешься провести лето? Кажал я бы Щула, пербарширжива, я урахула на гайзе гурашинга. В этом году я хочу поехать куда-нибудь либо в другой город, либо в другую страну. То есть земь, юбилей, земь, вертеледев. Буду проводить свадьбы, юбилеи. Эбби шак Щула тенис херне гайза, канмай метленедеп, шувагими... Тусул даже сембе ужил за жюреме, терли еще не шинзембе палашмами тленеде. Я этим летом собираюсь отдохнуть на море, поехать туда с друзьями, погулять, конечно же, искупаться в море и познакомиться с новыми людьми. Я бы кушала на хавасли в терме палашна, тени с херене каймаем тленеде, мана нэмит пронышла на Саша надо. Это лето я собираюсь провести очень весело. Мечтаю поехать на море, очень надеюсь, что моя мечта сбудется. Шах Чулане эбе эшпертирес камала. Эбира таван радиоба Юра музыка премини Ирглизе Адамар. Шабах шах эшпе эбе шлетеп. Это лето я собираюсь провести в работе. Продуктивно поработать над проектом премии таван Юра. Шулана балах узалыртиресча. Тогда канмалах та богат пулдырча. Конечно, хочется, чтобы лето было полезным, но и отдохнуть не помешает. Шах Чула Оли эбе шлешинян джахмар. Канашинда, отпуск агайзан аван буличе. Этим летом я планирую не только работать, но еще и отдохнуть. Было бы хорошо сходить в отпуск. Кстати, как вы собираетесь провести лето? Из Щулана Менлеер термешут ладер. Какие могут быть варианты? Эбе тинс херене гаяшин. Я хочу поехать на море. Эбе тинс херене гаяшин. Тинисхери – берег моря. Тинисхерине – на берег моря. Мы чуваши такие. Мы не едем на само море, мы только едем на его берег. Смотрите, не перепутайте. Если вы скажете по-чувашски «эбе тинизе гаяшин» – «я хочу пойти в море», это будет обозначать, что именно в море вы хотите пойти. Хотя кто какой отдых предпочитает. Кто-то тужинеха барашин, собирается взобраться на гору, тужинеха барашин, парашют паси гешин, собирается прыгнуть с парашютом, парашют паси гешин, акваланг па и жешин, собирается поплавать с аквалангом, акваланг па и жешин. Ялда варащула миндума блатши, чем можно заниматься в деревне летом? Ялда палахну майшин, шхельвали хадерлинеть, чам бада камбабуш тараще, щерла, Волдаша в дереве аванкану манжутпа, кашпа вара паллах, юлдаш симбетель булза, ундада, ужил за жюрьме майбур. В деревне все готовятся к зиме.
летом. Собирают ягоды, грибы, поэтому это тоже отличный отдых, по-моему. Вечером же можно опять же собраться с друзьями и провести хорошо время. Ялда ужил за жерем бывать, а тебе Анни не было шмала. Он зарбучне, удагертмеле, эшлемели щавдери, но май. В деревне летом можно прогуливаться, ходить на рыбалку, отдыхать, помогать родителям, ведь в деревне очень много работы. Ялда балах еще ялан пидину май, он да кайзан от тебя не батни гильзень, стереть урехи, чтоб собараще пахчара шлемели, булих черлех пухмала, таданди удажулза, тебе цекрт меле. Ну, в деревне, конечно же, летом очень много работы. Поезжайте к родителям, и вам обязательно найдут занятия. Чем заняться, провести время? Нужно в огороде, конечно же, очень много работать, палу терники, картошку выращивать, следить за скотиной и косить сено. Ялда шулапиде козаклы. Мен жинде зесень уши сывлыш, кюле хернинже хевежинже херденьме майбур. Миле хадрынме булать, мунджагами булать, тогда кумба шерла пуштармата майбур. Летом в деревне тоже очень хорошо. Можно провести время возле речки, позагорать на солнце, собирать грибы, ягоды, а также веники. Ялда выращивала щумчум лама булать, стерля и шпепаланма булать. Летом в деревне можно полоть грядки, им очень много всего можно найти, чтобы поработать. Ялда тела жигалат эшнумай дезе палах, же ергеле зе бырзан, канмалах того не дупма булат. Конечно, мы знаем, что в селе хоть летом, хоть зимой работы не в поворот, но тем не менее при желании время, минутку для отдыха, конечно, можно найти. Шула ялда пулла каймада булат, вармана дащите гельме булат, ща вахатрах шива гемеде, вахатуп мамайбур. Летом в деревне можно и в лес ходить, и порыбачить в то же время, и искупаться. Могут быть и другие варианты отдыха. Эбе ялда канашин. Я хочу отдохнуть в деревне. Эбе ялда канашин. Ялда аслык шинче выртма булать. В деревне можно поваляться на сеновале. Ялда аслык шинче выртма булать. Ялда фитнес тума булать. В деревне можно заняться фитнесом. Ялда фитнес нума булать. Ялда терли еши фитнес нумай. В деревне любого фитнеса много. Ялда терли еши фитнес нумай. Щерджав, копай землю, щерджав. Вудажур, кали дрова, вудажур. Курокщул, коси траву, курокщул. А хочешь успокоить нервы, займись прополкой, щумжумла. Хулара, щула, мендума булатши. Что можно делать в городе летом? Ой, шула хулара, ща в дире интересля. Терле жертре узел за чуриме блать, юлдаш симбедель булма, узе сывлашра, ща в дире канма аван. Можно по-разному проводить в городе летом. Можно гулять с друзьями, развлекаться. А шула хулара, узел за чуриме блать, прогуливаться по городу. Хулара шула палахта тенис херинчи бедех, пиде аван канма блать, башкар ща в дире елемле хула. Адал херинджи урнашна, шаванбада, кундада, канма, пидемелля. В городе вполне можно отдохнуть летом, так же, как и на берегу у моря, потому что мы расположены, наш город Чебоксары, на берегу Волги, и можно там вполне искупаться, сгорать и отлично проводить время. Шулайгива гатрахула рада пиде казакла, терле-терле уяв земергеле, еще концертине каймамайбур, тогда не палах тусилдашти метель был мабулать. В летнее время и в городе очень интересно. Можно посетить разные концерты и также встретиться с друзьями. Хулара шулам пляжа гаймабулать, тогда хевельжинже херденьзе выртма. Летом можно в городской среде побывать на пляже и загорать. Хулара паллах шивагами дебла, туражи клебр, адал херденьзе, тогда он зарубушне шандалы кипулзан, ужалза жреме паллах лайх варанзем пиренчи дели клей. Поскольку мы живем на Волге, конечно же, хочется искупаться на Волге в летнее время. Ну и плюс, наш город очень богат парками, скверами. Есть где отдохнуть от знойного жаркого лета. Хулара шула тем деду мабулача в выходрах велосипед паэрнма да теплоход шинче адлдарах ушелца жюремеди. Летом много чего можно делать в городе. И на велосипеде покататься, и на теплоходе по Волге.
сделаю небольшое отступление. Я научу некоторым хитростям, которые помогут лучше понимать чувашский язык. В чувашском языке есть волшебный суффикс «ла» и его вариант «ле». Его добавляют почти ко всем существительным, которые делают из существительного глагол. Теслихрень, например, теслихрень – «шут», «счет», «шутла», «считай», «считать». Салам, привет, саламла, приветствуй, приветствовать. Хурав, ответ, хуравла, ответь, ответить. Пущ, голова, пущла, начинай, начинать. Чир, болезнь, чирле, болей, болеть. Лучше, конечно же, анчирле, не болей. Тере, вышивка, терле, вышивай, вышивать. Нота бене, астуза юлар, запомните. А мы возвращаемся к Щулла, точнее к лету, а точнее, где еще можно отдохнуть. Можно пойти в поход, щучереве гаймабулать. Вы любите походы? Выбирайте маршрут, собирайте рюкзак, кладете в него все самое необходимое и вперед. Запомнили? Выбирайте маршрут, собирайте кудамка, кладете чигирлине и вперед. Еще раз повторить. Маршрут сыладр, кудамка пучтарадр, чигирлине хурадрда и малала. Щул жюреве духна чухне прыле мэнь-мэнь или мэлежи. Что обязательно нужно взять с собой, когда собираешься в поход? Манжут па чигирливо лаях камалдуем тогда юлдашсе. По-моему, нужно брать с собой отличное настроение и всех своих лучших друзей. Щул жюреве духна чухне хамарба прыле, щемели имеле, унзар пучне шанджекла юлдашсене. Когда мы собираемся в поход, обязательно надо брать еду и, конечно же, надежных друзей. Ну, щул жюреве каймаем тленедер пулзан, палах вурба перле, тус сулдаш сене иллер варая, сиреник шанны киджем пулмасть. Ибо хамба перле тогда интерес лещини книги земельме юрададыб, пужу бывот тупсан, и штаду пулзан кайна джухненде, бывот пулзан яланах була маларма юрададыб. Ну, если вы собираетесь в поход, возьмите с собой своих верных друзей, и вам нигде никогда не будет скучно. Ну, еще я люблю с собой брать книги интересные, новые. И если найдется минутка, например, при переездах, то сесть за ее чтение. Похода гайна чухне палах пызык кудамка хадерли меле, чин малданах тутла обачимиш, тогда ожа тумдир. Когда мы собираемся в поход, нужно приготовить очень большой рюкзак. Во-первых, очень вкусную еду, а во-вторых, теплую одежду. Поход да учится вложа гайна чухне, хон баберле, ворам туназинджень, хюделегень, мать ильмиман маламар, тогда... Меджик лиме булать, волдазым лиме булать, тогда палатка лимеле. Когда идешь в поход в летнее время, нужно обязательно захватить с собой средства от комаров. Можно взять мяч, удочки, и палатку тоже можно не забыть. Шучандал тарле вахаджи булать, тежамба палах, шандал кран. Я бы шандал плас франсихлам малых адрзенгерля, он зербушне палах. Лайх юлдаш сем, шандик латус сем, тогда лайх комалгерля. Конечно, в поход надо брать все, что может пригодиться в походе, но самое главное, чтобы было хорошее настроение, ну и желательно, чтобы это были рядом верные, надежные друзья. Походу гаянчих не чималдана хаваслы гамалду им имели. Шаванбеге, кереще, хуран, тогда шырбык. Когда собираешься в поход, нужно в первую очередь взять хорошее настроение. В тот же момент котелок, лопату и спички. Можно, конечно же, поехать ют-щержева, за границу, ют-щержева. Тесыхрень – Китая, в Китай. Франция – во Францию, Греция – Таиланда и так далее. Но, конечно, чтобы хорошо отдохнуть, нужно, чтобы был лайх-щандалок, чтобы была хорошая погода, лайх-щандалок. Хевель-багать – светит солнце, хевель-багать – щумар-щумасть, дождь не идет, щумар-щумасть. Хотя иногда щумар-щудар. Пусть идет дождь. Щумар-щудар. Оже щиль вереть, дует теплый ветер. Оже щиль вереть. Я вам желаю летом хорошо отдохнуть. И базирещу лайх канмас надоб. Су надоб желаю.
Итларах щучандала крабулма. Больше быть на природе. Итларах щучандала крабулма. Смартфон сагалдарах пахма. Меньше смотреть смартфоны. Смартфон сагалдарах пахма. Шивах щиндзэмбе итларах вагадыр тельме. Больше проводить времени с близкими друзьями. Шивах щиндзэмбе итларах вагадыр тельме. Нинду мазар сагалрах ларма. Меньше сидеть ничего не делая. Нинду мазар сагалрах ларма. Ще не я бала итларах варенье. Больше учиться чему-то новому. Ще не я бала итларах варенье. Политика жинджен сагалдарах шутлама. Меньше думайте о политике. Политика жинджен сагалдарах шутлама. Лайх такому лагану юргельме мингерле. Что нужно для хорошего отдыха? Чикер левал щекленюля камалдуем. Лайх шандалок. Тогда паллах юлдаш всем. Самое главное – это отличное настроение, хорошая погода и друзья. Лайхта камалагану полдардезенья. Хаваслага молдуем герля. Для хорошего отдыха нужно хорошее настроение. Лайхкану юргелемеч набегалзан немехте герлемар. Хаваскому герлеварай вежих лайх полать. Для хорошего отдыха ничего лишнего не требуется. Главное настроение, и все у вас получится, что бы вы ни задумали. Лайхта камалакану ергелестизисень, юратнущую мие, палахта, да тус юлдашсе. Для хорошего отдыха нужна дружная семья и надежные друзья. Лайхка на ваергелемем, лайх вот херлем. Для хорошего отдыха нужно хорошее время. Мен тогда камгерли вульдин. Лайх конвергельме паллах, шу лайш андалге, лайх пылзан пиде комала был на буличе. Он зарбушне паллах, юнажар, саваган, шин, сана комала, шин пылзан пиде лайх был на буличе. Ну, конечно, если мы говорим о летнем отдыхе, тут очень много может зависеть от погоды. Надеемся, что нынешнее лето, оно будет хорошим для летнего отдыха. Ну и плюс, конечно же, приятный, любимый человек, чтобы был рядом. Лайхта кумыл кану юргелеме, шивыхту семгерля. Для хорошего отдыха нужны верные друзья. Канар, саванар, тулы вурнар. Отдыхайте, радуйтесь, живите полной жизнью. Канар, саванар, тулы вурнар. Ну и, конечно, смотрите национальное телевидение Чуваши. Заглядывайте к нам на сайт YouTube. Наци Телекуравне Пахар, Чуваш Лава Ренер. Учите чувашский. А на сегодня я говорю вам Чибер Юлар. Он ожив Вулдар. Тепре тель булычень.